Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно дополнились такие профессии, как начертание и наложение чар. Вчера они были еще относительно сырыми в плане крафтов, а сегодня подъехала пара новых рецептов, и мы уже рассмотрим конкретно полностью эти две профессии, которые, скорее всего, в таком виде и придут к нам в припатче и в самом дополнении Battle for Azeroth, которое выйдет 14 августа. Начнем с начертания. Вкладка не изучена, я только что изучил эту профессию чисто ради того, чтобы посмотреть, какие крафты в текущий момент у нас присутствуют. Алые чернила. Самые обычные белые чернила. Краситель на них получается с высокой вероятностью при измельчении трав. Зеленеющие чернила. Зеленоватый краситель изредка получается при измельчении трав. Редкий краситель для каких-либо крафтов. Ультрамариновые чернила. Похоже на алые. Далее. Книги и свитки. Кодекс безмятежного разума. Массовая смена талантов, перекочевавшая из легиона. Военный свиток боевого клича. 7% силы атаки на 30 минут. Свиток интеллекта. 7% интеллекта на 30 минут. Свиток стойкости. 7% хп на 30 минут. В Battle for Azeroth появятся бафы. Эти три бафа будут давать 10%, если получены от игроков. Также можно получить их с помощью свитков, которые будут давать по 7%. Весьма интересно. Это система, можно сказать, прошлых дополнений, когда еще многие бафы были у многих классов. Также личные фолианты существуют, но если рассмотреть фолианты легиона, то их также можно использовать при достижении 120 уровня. Возможно, это, конечно, порежут и сделают так, что легионские фолианты можно будет использовать только персонажам до 120-го, а новые фолианты с 120-го. А может быть, и ничего не изменится. Посмотрим. Отпирающий свиток. Отмычка у начертателей. Весьма интересно. Далее, контракты. Контракт позволяет повысить репутацию при выполнении каждого локального задания в Култиросе и Зандаларе. Весьма интересно, действует ли один контракт на одну локалку, или действует на 10, или действует на 100 локальных заданий. Но в любом случае, использование контрактов будет очень выгодно для получения начальной репутации. Для получения начального порога репутации, а начальный порог репутации – уважение, почтение и превознесение позволят покупать вещи 325, 340 и 355 эквипа. Поначалу это весьма неплохой вклад в развитие персонажа. Так что, господа начертатели смогут на этом заработать, уж точно. Карта Новолуния. 15 уникальных чернил. Оффхенд, левая рука. И еще один оффхенд. Их различия, даже не знаю, примерим. Это первый, это второй. Ну, честно, я не понимаю, в чем отличие. А, все, до меня дошло. Один требует изгнарий, реагент, а второй не требует. Интересно. Массовое измельчение трав. Абсолютно всех. Далее, вантийская руна Ульдир. Аналогично, как и на Анторус, юзаем в любого босса и на целую неделю получаем баф, повышающий нашу универсальность. Баф работает как в сложности поиск рейда, в обычном, героическом, так и в мифической сложности. Символы различные. Это для друида. Абсолютно все три идут, как я правильно понимаю. Символ дельфина в водном облике позволяет выглядеть как дельфин. А здесь касатка. Здесь... Не понял. Какой-то тоже облик на ее смену. Ну и тут чернила при успешном завершении задания. Персональный при получении итем, как и абсолютно весь шмот, который крафтится для соратников у каких-либо профессий. Наложение чар. Сейчас вы приятно удивитесь. Я, если честно, удивился сам очень сильно. Ну что ж, начнем. Чарки на перчатке также остались. То есть на ускорение археологии,
сбора археологии, на ускорение сбора руды. Это что у нас? Повышающий скорость создания предметов с помощью основных профессий заклинателя. Ну, к примеру, я вот недавно крафтил очень много тканевых сапог в портняжном деле ради последующей продажи их торговцу. И зачарив, к примеру, эту чарочку, я бы крафтил не по 1,5 секунды штуку, а, наверное, по 0,5 секунды. Ну, весьма выгодно для реализации какого-либо большого количества крафтов. Интересно, окей. Снятие шкур, травничество, все так же. Чары для кольца. Ну, на статы можно не смотреть, конечно, потому что они будут повышаться. Этот друид 110 левела, на 120, конечно, будут другие числа. Что у нас требуется? У нас требуется 10 эпических кристаллов и 20 пыли, самый обычный, белый. Ну а на бюджетные чарки для колечка требуется 10 пыли и 5 осколков. Окей, то есть все так же. Искусность, крит, верса, хаст. Наложение чар на оружие. Представляете? Быстрый навигатор. Наложение на оружие чар время от времени повышающих показатель скорости заклинателя. Эффект суммируется 5 раз. После наложения 5 зарядов эффекты сбрасываются и повышают хаст дополнительно. Не дополнительно, а точнее преобразовываются и дают, как я правильно понимаю, усиленный баф на скорость. Чудно. Искусный навигатор. В чем отличие? Честно, не понимаю. А, понимаю. Тут повышает показатель искусности. Все, дошло. Абсолютно по такому же принципу. А здесь показатель крита. Здесь показатель брони. Здесь показатель универсальности. Тут просто чары, которые увеличивают показатель самоисцеления. Здесь увеличение дамага от заклинаний школы стихий. Возможно, это будет выгодно на кого-нибудь элем-шамана и каких-либо кастеров. Но это весьма интересная чарка, уникальная. Далее, чарка для хила. Мини-героизм, как я правильно понимаю, 35% на 10 секунд. Хм, интересно. Далее, безопасное возвращение. Наложение на наручи чар окружающих заклинателя, поглощающим урон щитом, пока он использует камень возвращения. Вот так вот. Заклинатель может зачаровать только собственные наручи. Увы. Этими плюшками могут пользоваться только наложители чар. Те игроки, у которых нету наложения чар, пользоваться таким классным нововведением, увы, не смогут. А жаль. Ну а тут сокращающее КД до, получается, 10 минут. Я не помню, если честно, гильдейский бонус работает до сих пор или нет. Как-то я не особо засматриваюсь на это при использовании камня возвращения. Но в любом случае это классно. Минус 5 минут. КД камня. Жезл крафтовый. Еще один жезл крафтовый. В чем отличие? Хочется это понять. Тут требуются эпические кристаллы, тут требуются синие кристаллы. Конечно, я буду крафтить из синих кристаллов и покупать тот, что делается из синих кристаллов, чем крафтить и покупать тот, который делается из эпических кристаллов. В чем прикол вообще? Все же статы одинаковые. Забавно. Ну и зеленый жезл. А также снаряжение соратника, позволяющее добывать пыль при успешном завершении задания. Ага, и еще к тому же требуется теневая пыль. А теневая пыль — это реагент, который добывается в запределье, в лесу Тиракар. Вот к чему делать такой реагент, я вообще не понимаю, если честно. Ну что ж, эти две профессии рассмотрены, все профессии рассмотрены абсолютно, были в первом видосике, ссылочку на него, разумеется, оставлю в описании, и вы сможете все это посмотреть, сравнить, проанализировать и понять для себя,
суть прокачки профессий в Battle for Azeroth. Ну, а то, что, конечно, возвращение чар на оружие, это очень радует на самом деле. Теперь придется чарить на одну вещицу больше. И можно будет сразу понять, кто смотрит видосики и знает, что нужно чарить пухи, а кто не смотрит видосики и является очень плохим человеком. Всех вам благ, счастья, здоровья, не болейте. Смотрите качественный контент и ума вам побольше. До скорого!